This is how it happened. This is how the Batman died. Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, здравствуйте все, меня зовут Ведьмак, и я решил вернуться в Batman Arkham Knight. Вот, я забросил это прохождение, поскольку невозможно было нормально играть. На момент выхода было по 5 вылетов за полчаса, постоянные просадки FPS и тому подобные прелести. Ну, вот Warner Bros. Вроде как выпустили мега-супер-пупер-патч. Вот, с той же стороны, точнее, с другой стороны, я закончил прохождение Legacy of Kain Defiance. И, в принципе, готов взяться за что-нибудь такое экшоновое, веселенькое, тупорыленькое. Вот, ну, чтобы там бить лица, стрелять, пиу-пиу-пиу, ну, все такое, короче, типа Бэтмена. Посмотрим, если игра будет себя хорошо вести, то почему бы ее не пройти в конечном итоге. Вот, тут, насколько помню, я приехал по загадке Ридлера, ну, вот это вот, миссии на спасение женщины-кашки. Управление напрочь забыл, естественно же, за все это время. Так медленно-медленно поеду. Ну, я думаю, игра нам напомнит сама. Управление там, у нее постоянно подсказки вылазят. Так, нам надо ехать, да? Ой, серьезно? Не выдумывай. Ты. И. Ты очень долгий. Такой. Да. Молодец. Ой. Ой. Молодец. Молодец, братюня. Тут, по-моему, если не вовремя нажмешь, то тебя просто раздавят. Какие вот дела. Ты что ж ты делаешь, ну? Прокубес. Ау! Больно же, ну. Машина взорвалась, но тут же новая нарисовалась. Мы делаем их из воздуха. У нас Wayne Enterprise. Так, я успел? Ну, на самом деле, от пит-стопа я бы не отказался. Там все дела, дозаправка, замена колес. То есть за всю игру я, по-моему, колеса так ни разу не поменяю. Нихера себе. Ты псих. Тогда я тебя посажу за решетку. Ты будешь страдать. Я тебе лично вколю кровь Джокера, чтобы ты стал Джокером. Нет, зачем мне это делать? Он же тогда будет Бэтмена Ридлером, самым унылым преступником на свете. Вообще, Ридлер, по-моему, самый унылый из всех суперзлодеев. Да блин, я эти кнопки нажимаю все время. Спокойно. Вау! Блин, я забываю. Да блин! Ужасно неудобная машина для управления. Дай проехать, гнида. Руляй. Вау. Вау, вау. Толи козел. Я делаю вещи. Весело ему там, наверное, сидеть, заниматься этой херней! Потрясающе. Ладно, я помолчу, короче говоря. Бесит уже. Этот парень. Блин, места уже ездить негде. Тихо. Не туда. Чё ты делаешь, ну? Так, осталось 30 секунд. Всё, уже... Да ебана мать!
15 секунд! Я успею! 10 секунд! Я не успею! Финиш! Все? Так, а как выйти-то? Я не помню. Не, подожди. Что происходит? Я не помню управление просто. Как залезть в машину? Правда, не помню. Залезть. Нет. Я не так хотел залезть. Так я тоже не хотел. Как зайти в машину? Видимо, не даст он мне зайти в машину. Так, и мне нужно достать правильный вариант, да? And here we go. Такая, коготочками. Давай, взорвись. Взорвись нахер. Ну как так-то? Это был правильный ключ. Congratulations, Catwoman. You proved yourself able to follow simple directions. Да. Давитель. Нет, спасибо. Испытания я... Вот, нет. Просто нет. Еще машина не очень. Как отсюда выехать? Поехали. Ну шо, Ридлер? Говно твои загадки. Бедняжка. This must be how naturalists felt upon observing chimpanzees using tools for the first time. Did you know, detective, that the cleverest chimps could even obey simple instructions? It's true. Let's try it, shall we? Go to Gotham Casino for your next test, and I'll give you a banana. Ну ок. Я люблю бананы. Почему бы и нет? Do not enter написано. Уи-бэм. Мой танк на воздушной подушке. Вы еще делаете, звери? Получи. Так, я не забываю все время, на какую кнопку тормозить. Реально неудобное управление сделано. С тем, что тормозить нужно на X, а ускоряться на триггер. Да нахер вы мне смотрите. Так, что вообще здесь есть? Я нифига не помню. Ты же это все вот эти вот испытания дополненной реальности. Нахер они сплющились, кому вообще? Расположение. Давайте походим по загадочнику, что ли. Чё бы нет. Какая в целом разница, чем заниматься? Казино Готэма. Привет. Здравствуйте. Очередная гонка, я так понимаю. Oh, detective, I can't tell you how pleased I am that you're playing along with my little game. You literally cannot imagine what it's like to be so intellectually removed from the rest of the human race. I couldn't honestly say you offer me a battle of wits, Dark Knight, but your feeble resistance makes a pleasant change from the instant capitulation of everyone else. Ты что-то говорил? Да я прослушал. Oh dear, Dark Knight, what a pity you couldn't bring the Batwing to this one. И чё? Ок. Так. А что делать-то здесь? Разгоняться? Блин, я не могу с этим управлением ничего делать, оно корявое. Так, может быть, что-нибудь прицепить надо, какую-нибудь хрень. Пиу-пиу-пиу. А, подожди. Арту мне нужно выпрыгнуть, да? Эй, эй,
Эй! Не выдумывай. Так, мне, наверное, надо вот сюда залезть. Так, как-то же еще детективное зрение там включается, все дела. Я все забыл, все управление нахер. Так, вот дефективное зрение. Рисован вопрос, Эгги. Ну, нам, наверное, надо спланировать туда. Как это сделать? Дебилый кусок. Так, реагирует на давление. Ну, это, конечно, прекрасно. Датчик давления, датчик давления. Так, а на что он? Не, ну я ж не могу так долететь. Зачем в воду прыгаешь? Так, это кто? Личность робот-загадочника. Статус отключено. Да блин, где включается? Это срань. Да, я понял, что из машины надо выпрыгнуть, да. Точно. Точно из машины. Так. Он уже подсказки дает для идиотов. Пыньк. Так, теперь мне нужно обратно вернуться, да? Или что? Или нет? Я не знаю. Ага. Понятно. Кажется, сейчас я упаду. Че, опять с машины выпрыгивать? Ну ж так скучно. Да, опять с машины выпрыгивать. Ну, по крайней мере, я пока больше не вижу других вариантов. Блин, я реально забыл, как еще управлять этим ватманом. Я реально не очень понимаю. Не, ну так тоже не вариант. Управление этой штукой, оно... Оно потрясающе. Ау. Мокренько. Тут у вас. Нафига ты это сделал? Надо. Да еще ты... Не, ну тут он реально. Ну, хоть ты что делай, но я не долечу. Подожди, а тут что? О, тут какая-то хрень открылась. А, понятно. Еще рано. Так. Мокрый Бэтмен нарисован. Какие-то формулки. Написано. Way bad boy. Понятно. Наркоман. Наркоман проклятый. Эй. Вообще-то я хотел ускориться. Почему ты не ускорился, подлец? Что-то он не разгоняется, прикиньте. Сломали меня разгонялку. Да как туда попасть-то? Вы чё? Смеетесь, что ли? А, подожди, может... Может как-нибудь сделать, типа... Чё у нас там за девайсы есть? А, забыл. Девайсы. У нас же есть вот эта вот хрень. Ну, я не совсем так хотел, да. А чё не так? Эй. Да, я забыл управление. Я не помню, как это делать, поэтому... Все фигня, давай по новой. Так, пройти по проволоке. Но это нам, наверное, не поможет. Или поможет?
Ты что делаешь? Ты что делаешь? Я без понятия, куда трос исчез внезапно. Странности. Странности. Почему я не могу тросомет поюзать? Да. Значит, не так, что ли, нужно делать? А как? Не работает. Сломано. Ну, какая-то, блин, высота не та. Высота не та. Нацелить трусомет. И шо вот это вот я сделал? Смешно. Что-то я не догоняю. Мне нужна подсказка. Я идиот. Может, у меня еще какие-нибудь полезные девайсы есть, которых я забыл? Петаранги всякие. Ну, это все говно. Там кнопку нажать надо будет. Хрен его знает вообще. Непонятно, что я делаю не так. Наверное, все-таки надо тачку использовать, но как-то. Почему не ускоряет? Я понять не могу. Трос же должен меня подтягивать с большой скоростью. Это странно. Хер его знает, ладно. Не работает, так не работает. Пробуем еще раз тачку. Достигните второго датчика. Да как, блин? Не работает так. Господи, ты что тут творил? Маньяк. Да, тупёж. Не обращайте внимания. Через полчасика я решу эту хрень. Ну, может быть, к завтрашнему утру. Но это максимум. Ну, смотри-ка, долетел. Все-таки. Ой, ну ты намудрил, кожуче. Ты можешь мне вот объяснить, Ридлер, в чем тут загадка для интеллекта? Я же просто летаю. Непонятно. Эй, долезай давай. Да, я белка. Тебя это смущает. Тебе не нравятся белки, может быть? Да, блин, у него управление в полете вообще наркоманское. Долго очень забирался, я должен тебе сказать. Ой, да заткнись ты, ну. Ты, может быть, будешь делать вот этот вот резкий старт. Он не работает, резкий старт, когда машина уже едет. Да ёперный посилий, ужасное управление машина. Невероятно просто. Ехай!
еще вот это вот. Ты урод. Ты просто урод. Почему ты летишь вниз? Ты должен лететь вверх. Он правильно говорит, ты не летучая мышь, ты белка. Как смешно-то. Чувак, ссаться просто. Юмор на грани фантастики. Так, а, блядь! Бесишь страшно. Нет. Какой-то платформер, если честно. Это уже не экшен, это платформер. Ехай на... куда-нибудь. Так. Куда? Ты что, пошутил? Ты что, прикалываешься? Пёс вонючий. Да откуда ж я знал, что там не конец еще, ебана мать. Ой, задрал. Он, по-моему, кончил. Too soon. О, господи, ну обязательно убиваться тебе надо было, да? Ну, кстати, это неплохая штука, чтобы сразу загрузить. В смысле? Выпрыгивать не надо, да? Да блин, ну остановись ты уже, дерьмище кусок. Тихо, да куда ж ты? Как ты задрал, отвечаю. Он неуправляемый. Вася этот. Запарил уже, если честно. Это даже не гонка, это еще какой-то кусок говна придуманный. Ох, ёпта! Ох, ёпта! Ну ура! Он нажал это говно. Фух. Я задрался. Самое тупое, чувак, что можно было придумать для... Так, это буква Е. Нет, это буква цифра 3, это не буква Е, господи. Все, я уже мозг потерял пока. А как ты... Как они отсюда появляются или что? Так вот, у нас такая цифра 3, да? Вот этот, по-моему. Wait. Kitty-cat! Kitty-cat! Давай, доставай. Да нормально ты, чё ты? Подумаешь, умрёшь. Со всеми случается. Это не страшно. Тебе просто бошку оторвёт сразу же. Мелочь. А как ты хотела провести свое время? Давайте походим, полюбуемся на ее задницу. Подзадолбало уже просто решать тебе. Чё? Into physics. Physics. Изикс. Ладно, я понял. Wait for Batman! Well, Dark Knight Detective, you have passed another test. I cannot help but admire the spirit with which you have thrown yourself into a task for which you are woefully under-equipped. I almost feel guilty when I contemplate what's coming. Капец. Конечно, тот, кто писал диалоги для этого чувака и озвучил, очень сильно попрекал. Это совершенно точно. Настолько бесячие они написаны. Просто какой-то стёб ботаника, который дорвался до власти. Вот по-другому это не назовешь.
которого в детстве все обижали, били учебником по голове. Но он такой наконец-то нашел способ всем отомстить. Задание особо опасное, замечено крылатое существо. Без понятия. Давайте Ридлером заниматься. Раз уж я начал эту серию про Ридлера. Опа-опа. Подожди. Да, подожди, ну. Давайте. Набегай! Это Бэтмен! Ты последний остался? Аус, стоять! О, руку ему замял. Аус, снимай противогаз. Поломал. Так, там... Уже меня собирались давить, мракобесы. Крэп! Ехай! Так, что-то я подразогнался. Ворота снес к херам. Здравствуйте! Я не знаю, что это был за звук. Но это и не важно. Ты чем тут занималась? Потрясающе интересно. Greetings to my costumed contestants. Your next challenge is simple. Guide an electric charge to its destination. I hope the varying amounts of pressure don't get to you. Да блин, опять эти кнопки жму. Another one? What's Eddie's problem? Fanatic narcissism, egocentrism, and megalomania, crossed with severe obsessive compulsion. Thanks. Don't mention it. Так, что это? А, это ключ, который мы должны получить. А у кошки есть мегазрение? Нет, у кошки нет мегазрения. Там он идет, короче, какой-то зарядь, что-то там, ёпта. Такая. Коте. Шкандыбай. You are getting older. Maybe it's time to add a few extra notches to the utility belt. Едет такой, короче, едет. Потом мы обана. Перебегаем сюда такие. Эй. Наверное, потому что Бэтмен очень тяжелый. Да, коты-то полегче, чем Бэтмен. Чувак, это изи. Нет, не изи! А вдвоем надо было туда встать, да? Ясно. Ладно, я понял. Так, сейчас, по-моему, КТ, стой. Сюда вставим, вставим, вставим. Штанем. В обнимочку. Да, не боись. Какой долгий электрический заряд. Что это вообще такое? За сфера мегаэлектричества. Так, и туда мы вдвоем должны будем встать, да? Хорошо, что эта хрень не ускоряется. Мы бы не успели, наверное. Hey, don't tell. Да не базарь ты, ну. Все же ради тебя тут делается. А ты бузишь. Ура!
Congratulations to the dementedly dressed duo. Your key awaits. Oh, but what's this? An electrified floor? Electrified floor? И чё? Ну, наверное, я стану сюда. И вот нафига ты это сделал, Анус? Я вообще-то бежал четко сюда. Зачем ты спрыгнул в бок куда-то? Иди доставай. Подожди. А, блин. Опа. Фига. А чё она может? Я имею в виду, как с этим... с синим парнем быть? Что мне с тобой делать? А, я понял. Так, подожди, а если я сойду? А, они сами меняются, да? Понятно, то есть... это как в Devil May Cry последнем, да? Синих нужно бить синими, красных нужно бить красными. Да, нормально. Фига, он там целое производство, что ли, роботов наладил? Ау. А чё? Я не понял. Я уже... а, так. Да хорэ, ну. Уйди в баню. Все. Давай, сюда. Красненьких мочить. Теперь еще будем вот так возвращаться. Че? А, он собирается, смотрите. Вот это дичь. You know what, detective? I'm glad you solved this riddle. Because it takes you one step closer to the riddle that kills you. Напугал. Eddie really hates you, doesn't he? He's an ego-driven narcissist who can't let anyone else win. Gee, if only you'd met under different circumstances. His obsession's getting worse. He's going after my allies. Ally? After this, I think we should dial it back to known associate for a while. This would be a dark night. Nothing. A new trial awaits you, detective, by Divinity Church, and I'm waiting too. Дверечки открой. Нарколыга. Наверняка же под спидами какими-нибудь. Значит, как он все это мог в одиночку провернуть? Не, понятно, что там кто-то помогает. Вообще, с какой целью ему помогают бандиты обыкновенные? О, здорово. I was just hanging out in hell, you know, because you killed me and sent me there, and you'll never guess who I saw. That's right, your dead girlfriend, Talia al Ghul. Че, как она там? I asked, and she's totally cool with Cat Lady having a go on the old scratching post. Да, ну хорошо. По-моему, Джокер тут самый интересный персонаж из всех, что есть. Так, куда там тебе? Подожди, тут как? Тут нет, нет. Трофей загадочник где-то внутри этой хрени. Давайте посмотрим. Опа! Здорово! Ракетов тебя пускаю, а ты думаешь, что... Кэп-драйвинг! Ой. Подожди. Это вот нам нахер не нужен? Ты куда? Я тебя не отпускал. Где детонатор? You can stay loyal to Riddler, or you can stay in one piece. Whatever you want. The right choice. Бэм. Башкой его двинул. Ехаем. Нет, надо сказать, игру все-таки подтянули с точки зрения оптимизации. То есть, конечно, FPS проседает в городе, но не критично. Подожди, это
что было? Там где-то наверху? Давайте попробуем еще разок. Эй! Это было нечестно. Так. Где? Труфи. Э? А, подожди, не ту кнопку жму. Да блин, управление здесь перегружено вот этим Бэтмобилем. И из-за этого сложнее становится управлять самим Бэтменом. Так, привет. Чё, как? Gotham just wasn't the same without me, was it? I mean, Scarecrow's the biggest bad guy in town. Not for long. Not for long, да. Это, конечно, гораздо интереснее. Личная немезида Бэтмена. Как-никак, Джокер. Чё? Так, и чё-то, походу, дело я совсем не туда, куда надо пришел. Вот здесь же находится. А что тут все взросло? Тут же этот пояс Анави, наверное, живет. Где вход-то сюда? Вот. Вы меня пустите в свою оранжерею? Ну, вы, если понимаете, о чем я. Ваши кустики. Вот стыч. Так, наверху где-то. Где у нее тут заросли? О, угла очнулся. А что это тут только Ридлер базарит? Я сейчас тоже что-нибудь скажу. Очень тупое и интересное. Чувака кризис среднего возраста просто. Ничего не добился в жизни, и вот теперь речи произносит у микрофона. Ну, как большинство политиков, знаете. Выйти на трибуну, там, пора сказать какую-нибудь херню. Кто это там базарит? По-моему, вы что-то попутали, ребят. Получи. Мы, думаю, теперь стреляем неубивающими пульками. Загадка. Тьма или свет? Добро или зло? Раскол им надвое выбрать так тяжело. О. Уи. Пошел он. Опа-опа. Блин, я забыл уже просто. Так вот, да. Ну это ж так весело. И чё, я не понял. Я же нажал кнопку. Типа вот такое вот, да. Слоу-мо. До свидания. Да блин, еще машина. Офигеть. И че? Эй! Рау-рау! Током садануло. Больно, наверное. Да ё-моё, сколько ж там за мной будет ездить? Драндулетов этих. Вонючих. Давай. Потеряй меня. Потеряй меня полностью. Чё, где прицел? Чё происходит вообще? Все взрывается. Тут от города должны были руины остаться, по-моему. Если уж на то пошло. Блин, какой нудный парень. Восстановись и сражайся, как не знаю кто. Посмотри, какой нудный. А вот он будет ездить от меня, ездить, и ездить, и ездить. Чуть стрелять будет. Ну чё ты не целишься, валенок? Блин, если бы мне дали стрелять просто вот с пулемета какого-нибудь, это было бы гораздо быстрее, чем вот так вот. Да? Ты в этом уверен?
Господи, прицел какой-то идиотический. Потрясающе интересной погони. Ого, он мне попал, падла. Больно вообще-то. Да неужели? А где он? Мне же его надо это достать отсюда, разве нет? Нет, не надо? Ну ладно. А, нас же украли вроде как эту бабу. Бабу Барбару украли. И мы вроде как должны ее спасти. Конечно. Привет. Ля полисайен. А ну пошли вон. И чё будете делать? На тебе в стеночку. Лови. It's a Batman. Пиу. Куда ты? Не уходи. Стоять бояться. Riddler, tell me everything. Screw you. Не понял. Ты что, бык? На тебе яичишки. Ну, теперь будешь говорить? Я вам ничего не сказал. Прикиньте, чё. Вот быдло. Так, ну ладно. Это что? Задание особо опасное. Взрывное устройство боевиков. А чё? Найдите обезвредить все штуки. Найти надо обезвредить. Я умею, наверное. Чё за звуки? Здрасте. Чё, не там? Это вот эта задачка. А, мне машина здесь нужна. Ой, загрузить вирус. Наверное, я загрузил. А. Да? Беда. Взломал. Так, это мой. Взломанный, да? Эй. Эй. Получи. Так. Как-то же можно запустить ракеты. Забыл как. Как запустить ракеты? Там много их, блин. Ау! Пошло вон! Как ракеты запустить? Я не помню. Я тебя взломал, блин. Мне больно. Да ёпта. Hunt him down now. The bomb payload is exposed. I can use the power winch to trigger a controlled explosion. Так. А, забыл, да. Это же мини-игра. Бомбануло? А то ж. Потому что я Бэтмен. Да-да-да. Базаришь много, толку мало. О, у меня нифига уже прокачка тут пооткрывалась. Так, вооружение ватмобиля. Что-то надо делать с этим. Максимальная скорострельность. Объем энергии.
Заполняешь шкалу вспомогательного орудия. Это что? Повышает количество урона, наносимого беспилотника прямым ударом в шасси. Так я и так в башню все время стреляю. Какая разница-то? Дайте вот этот качнем. Так, что-то там я еще хотел. Это что? Это перезарядки. Бой, например. Это что? Использовать оружие ближнего боя. А, дольше пользоваться можем, да? Ясненько. Тут у нас что? Девайсины. Мгновенно обездвиживает врача. Это все с этой штуки стрелять. Ну, кстати, прикольная вещь. Так. Сколько осталось? Одно очко. Ну и пофигу тогда. Карту мне. Тут у нас есть еще что-то. Ридлерское. Разрушаемый объект. Да. Это я. My name is Bat. Чё, где? Там. Слышите, верещит. Это, по-моему, вот этот, Man Bat, который. Человек. Летучая мышь. Нет, летучая мышь человек. Да насрать на нее, ну. Шлямал! Он что там базарит? Еще интересно, кто-нибудь вообще вот, нашелся человек какой-либо, который бы слушал, что он говорит. Он же даун. Все, возьмем последний трофей сейчас и будем заканчивать, наверное, с этой херней. Трофи. Сверху лучше видно. А, вон оно. У-ху! Фига себе, он сиганул. Понятно. Без крюка ты отсюда... Я не понял. Ты что, пошутил? 33 ненужных движения. Напоминает Assassin's Creed. Когда там нужно сделать шаг в сторону, а у тебя персонаж делает сальто назад, 33 поворота, тройной тулуп, и только тогда умирает. Ладно, на этом закончим вот эту серию. В принципе, играбельно. Ни одного вылета, FPS стабильный, все эффекты включены, все инвидиевские эффекты включены. Ну, в общем-то, по максимуму. Играбельно, можно упарываться. Вот, но сегодня все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. И, собственно, всем пока.